SUU boat. Короче, в общем, ладно, начинаем, да? Да, да. Всем привет, дорогие мои друзья. С вами, как всегда, Дезертир. Со мной, как всегда, персончик розовенький и все такое. И, в общем, мы начинаем. Мы не пользуемся пушками. Мы не пользуемся пушками. Бери отсюда эту гадость. Да не в меня, идиот! У меня и так хп отнимается. Ступидите, гай. В общем, ладно, это вторая часть веселой карты Hell Island, и мы продолжаем. И, в общем, мы нашли ключ, и мы идем за топливом. Воу-воу. Ну. Так, ну понятно. Так, хорошо. Теперь у нас есть доступ сюда, но здесь уже нет дробовика. Тянь-тянь-тянь. Ох, а вы гады. Обманули. А где мужик, который висел? А вархаус у нас вот здесь вот. Тянь. Ну, ты где? Чё, где? Ну, большая железная, да. Твою мать! Ёб твою мать! Ты где? Сука! Ты где? Я тут стою. Какой пидорас. Хорошее начало. Вот что значит записывать карту за картой. Мы как-то чуть-чуть привыкли к тому, что он размеренно не пугает довольно долго. Сука. Что-то было слишком неожиданно. Нахуй так громко. Понимаешь? Я был далеко, но меня... я обосрался от звука. Пошли! А, человек-обосрашка. Ты не обосрался. Не, я просто мышку чуть из рук не выронил. А так все нормально. Все? Да. Вся карта, да. Че сюда залез сейчас? Я тебя подсадил. Да уйди. Не, нельзя, нельзя. А что нам здесь надо сделать? Так, стоп. Там что-то куда-то провода ведут. От этой двери. Там провода от двери ведут и ведут. Слава богу, я шел не первый. Идут они. И все? О, во! Где ты? Я прошел. Ты где? Ты где? Я вышел на улицу. Зачем? Не знаю, я там туда ушел. Сюда, сюда, сюда. А, ты включил рубильник, все, да, понял. Да. Ой. Блять, я уже не знаю, чего ожидать. Уже, ведь это только начало карты. Короче, смотри, склады 1.6. Опа-на. Каких убивают? Блин, классная музыка. О, грави, пушка. Надо потом найти, Мне дали грави, пушку. Именно грави, пушку? Именно грави, пушку. А, ну то есть тогда вот это аккуратней швыряй. Так. Так. Чё-то не работает, я не помню, что такое кюр. Из интернета. Они, короче, вроде бы не атакуют более, и, в общем, они их исследовали. Ну, вот этих ребят. Вот, которые вот эти вот. И они больше теперь не атакуют. Да? Ну, что-то мне неохота проверять. А, не атакуют! Вылазь оттуда, вылазь. Что ты на меня смотришь? О, там их два было. Ну, я думаю, что я должен был... А!
Я думаю, что я должен был взять эту хрень. Ладно. И что дальше? Ну. Дэс? Дэс? Да. Господи. Что такое? Ты где там ходишь? Туда проходи. Нет. Я уже убил там чувака одного. А чё я туда должен проходить? Ну, потому что одного убил, а до конца еще не прошел. Так, там револьвер. Там? Ну давай, у тебя нет. Я помню, что оружие дальнего боя. У тебя нет оружия дальнего боя, давай поднимай. Не, иди, все равно череп ты не поднимешь так. Нет, видишь, это. Так. Все здесь хорошо. Все здесь ок. Оки-доки. А где мой револьвер? Я ж подобрал его. Ла. Щара! В смысле, я же подобрал его. Больше не поднимай грави-пушки, ничего. Здесь это так не работает. Бред. Зачем тогда нужна? Мне кажется, что нам доступен только один склад. Ну ты револьвер себе через эту дай, что раз ты ее все равно же подобрал. Ну как бы. А, ты его мне отдал, лол. Вон он, видишь? Понятно. Ты же рядом стоял, ты мне грави-пушкой его протянул. Ну ладно, я не буду пользоваться револьвером. Мне кажется, нужно подрубить питание, наверное. Оу, я открыл! Сзади! Да пошел ты! О, еще один. Он так неожиданно выпрыгнул. Убей его! Чем? Я что-то щелкаю. Я, говорит, открыл сзади. Ты открыл, ты их выпустил. Блин, 30 хп. Что-то там еще открыл. Ты закрыл там склад. Во, стой. Стой, вот. Они поочередно открываются. Так, там что-то есть? Дробовик? Да. Давай дальше открывай. Давай ты открывай, я постою под стражу с дробовиком. Так, закрылось. Нам нужно открыть четвертую, да, вот здесь вот. Так, здесь какой-то спуск в подвал. Хорошо, пока. Давай третью открой. Третью еще не открывали. Ох, зря я чувствую. Иди. А! Блин. Пошел ты. Кто еще? Где? Ты че по мне стреляешь? Туалет убил. У тебя 30 дохов. Кирпичом. Который придавил. Все свое ношу с собой. Открывай четвертую. Все, а пятый мы не были. Были, там ничего нет. О, ладно, мои хп. Подожди, стой, четвертая закрылась. В смысле закрылась? Ты где? Я внизу. Только по краешку обходи, иначе она тебя убьет. А что за? Что это такое, Дас? Не знаю, лампа. Сейчас из нее джин выберется. Ага, джин. Су! Так, все, хорош, я уже третий скример подряд ловлю. Да я не хочу. Совсем насрать. Ты аккуратно. Я об тебя упал. Об меня упал. Да, иди первый. Хорош. Я уже третий скример подряд ловлю. Нет, все, давай. Давай. Иди. У меня нету оружия. Я тебя прикрою, если что. Походу тут так же, Дэс. А я не испугался. А, слушай, давай, иди. Вот так, да, значит. То есть по одному пойдем. Блядь. Сука такая. Так, что за звуки? Я не хочу туда один идти, Дэс, я без оружия. Я не смогу сломать там доски. Слышишь, там доски. Я могу, конечно, себе фомку взять, но... Не, ну возьми себе фомку.
Все взял. Где? Бля. Вот тут череп. Блять. Как это было громко. Как же это было громко. Давай открывай дальше. Уверен? Да. Ты же понял, что там ничего хорошего, да? Я уже понял, что тут пиздец полный. А, ну все, в принципе, здесь вылазить можно. Ага, дверь только мне открой. А, все. Спасибо. Так, стоп. Там внизу есть череп. Так подбери. Я не пролезу с другой стороны. Давайте. Подобрал? Угу. Тут аптечка есть. Угу, спасибо, взял. Так, иди. Бля. Мочи его сам. Я тебя вот так могу, блин. Спасибо, помог. Добивай этих. О, где-то там грави-пушка, во. Я что-то вырубил. Ты что-то вырубил. Ты, походу, это... Мое кольцо анальное вырубил. Сейчас из него кирпичи повалятся. Вон, читай. Короче, правительство должно оставить это... Вставить то, чтобы зайти сюда. Ну, в общем, короче, все бесполезно, остров умирает, и, в общем, проще оставить все как есть. Инфекция распространяется и наносит ущерб. Точнее, не совсем так. Инфекция не закончила что-то внешний дамаг. Ладно, короче. Но он все еще видит эти вещи. В общем, он не узнает, сколько он сможет продержаться и все дела. Я тебя закосал, да? Наверное, извини. Не знаю. На один хп. Череп нашел. Все, больше ничего нет? Да, больше уже нет. Тянь. Я вот эту дверь открыл. Прошу. Так, подожди, где мой кирпич? Где мой гаженый кирпич? Это мой оберег. От всяких. Я думаю, он тебя не спасет. Ну, от всяких прыгающих тварей. Блин, что-то там темно. Что-то так, там шел. Как... Где твой оберег? Что-то там как-то дохрена темно. Вдоль стеночки. О, там броня. О, там кто-то был. Ты видел? Да, он на такой поцак присел. По лампочкам, что ли? Нет, не получится. Попробуй разбей вот эти доски. Какие доски? Вон там доски. Не разбиваются, нет? Нет. Дверь не открыта. Блять! Чего? Сука! Чего? Я вот туда хотел перепрыгнуть, на вентиляционную. Меня эта херня оттуда выкинула. А, вот так типа, да? Да. Я прыгаю, она такая, короче, обратно относится. Я сейчас заплачу, я к маме лечу. Автор шикарен, серьезно. Пошел. Человек, который довел персу до слез. Я не люблю хорроры. Яжика, хуяжика, блядь, нами. Тут вон у меня свой яжик розовый. Я похуже яжика хорроров боюсь. Я же реально после того дня не мог спать. У меня вопрос, все, конечно, хорошо, дальше ты там куда? Ну вот ради скрима. А дверь он там внизу открылась, она была открыта. Та-то да. Слушай. Где-то здесь пишет, что он есть ключ. Ключ должен быть где-то неподалеку, как написал автор. Я ему склонен верить. Я пошел искать ключ. Навряд ли он в этой комнате. Значит, он, скорее всего, все-таки находится где-то там. Где-то наверху.
наверху. Ну так я просвечиваю, а вроде ключа не вижу. Ай. Ты ключ видишь? Не знаю, сейчас гравипушка, если бесполезно, есть. Он не подберет ее. Он как череп. Он как череп. Так. Что, нет ничего там? Мне кажется, с твоей стороны. Да я запрыгнул не могу. У меня руки трясутся. Руки трясутся. Интересно, почему? В смысле, с моей стороны? Попробуй пробей вот это вот место. Чем? Ну, фомкой. Ты там сидишь как бы, да? Ты зачем прыгнул в тот момент, когда я там сидел? Да здесь вот эта точка скрима была. Говёно. Вопрос. Что если она на потолке где-нибудь? А что если он вообще не в этой комнате? Кстати, пойдем там поищем. Кстати, вариант. Мне кажется, что она может вот в комнате охраны быть, там до хрена всего было. Так, отключим фонарики. Без фонариков лучше виден подсвечиваемый объект. Ой, я понял, как можно искать объекты, которые можно юзнуть. Ты только до этого додумался? Ну, он как бы, вот, например, наводишься на этот, он сразу, видишь, выстреливает. Но выстреливает без молнии, то есть якобы это что-то такое. Используемое. А, здесь тоже нету. Ладно. Но навряд ли он ниже. Ну, понятно, там нет смысла пойти. Нет, он, получается, где-то ключ здесь должен быть. У меня еще этот звук, блин, который вот от батареи мне там отопление дали, там так капает, так... Такие звуки страшные. Кто ж ты его заныкал-то? Проблема в том, что он его куда-то точно заныкал, вопрос только куда. Ну что? Нет, пока все тихо. Я боюсь, что какая-нибудь фигня может выскочить. Где ты? Да я внизу там был. Я-то наверху. А, вот, да. Да ладно! Серьезно. Оу, там далеко. Далеко, далеко. Ты мне предлагаешь, что ли, идти? А чё, мне что ли? Ты хочешь, чтобы я вообще это... О, блин, тварь. Ты чё это было? Так это, как в прошлый раз, помнишь? Я чё-то так засмотрелся, такой раз поворачиваюсь, какая-то хрень через меня пробегает. Как мама это. Помнишь, пожалуйста? Мама. Чья мама? Сюда посмотри. Ты на чью маму намекаешь? О, ключ. О, левервер. Ты же помнишь, чем это в прошлый раз нам обернулось, да? Да-да-да. Мне точнее. Я запомню. Ну почему я всегда иду первый, а? Иди. Да потому что я обосрусь, точно, рано или поздно. Иди. Хорошая музыка, видишь? Вообще, вообще хреновая. Я вот хочу узнать, что это за музыка, кстати. Silent Hill. Не. Так. Якобы. Лог номер 5564. Ну, это subject log. Это не код. Subject. Ну, так. Понятно, да. Это. Ты нажми на кнопку. Все, что я прочитал. Ну, короче, объекты подвергаются мутации, все такое, бла-бла-бла.
Хотя там, по-моему, что-то немножко по-другому было написано. Но суть примерно понятна. Почему я всегда захожу первый в комнаты? Иди сам туда. Я туда не пойду. Куда? Вот туда. Тут ничего нет. Глупышка. И перс просто обсирается. Ох ты ж. А, все? Да, все, больше там чудит. Слушай, а там были другие такие стенки. Так-то. Пойдем. Ранее. Выходи. Выходи. О, блядь. Что, наверх, на низ? Давай в глубину ада. Нет, тут у тебя Фомка же есть, давай. Хотя стоп, стоп. А, мы здесь были. Мы здесь были? Не. Это самый старт. Это самый старт, да. Все, выходим. А, слушай, по сути, нам, значит, туда надо зачем-то. Нет, это нам дали быстрый проход, чтобы с респауна бежать. Проходи. Но, на тот случай, если мы сдохнем. Воу. Вот мне кажется, Дэс, вот если здесь пойти, то здесь что-то произойдет. Иди. Давай, давай, я даже сниму это, давай. Ничего. Пошел. Опа. Вот это меня стремануло больше. О, я нашел бенз. Я что-то запустил. О, ты ворота открыл. Не-не-не, стой, нет, нам назад надо возвращаться. Зачем? А автор хочет, чтобы мы возвращались. Да пошел он. Автор хочет, чтобы мы возвращались. Я не думаю, что здесь что-то будет. Такой хренак сейчас, да, обкакался. Вот, я же говорю, зачем-то здесь дверь. Можно разбивать. Стой, 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 стой. Я заблудился. Ты где? Я нашел выход. Я вышел. Я на щель выхожу. Я уядь найду. Опа. Опять ты, что ли? И он отталкивает, кстати. Я сам. Это мусорный мем. Я себе! Че это такое? Ты видишь, сколько у меня хп осталось? Да, че так? Че-то как-то не так! А че случилось? Пойдем, а ты не слышал огромный крик? Нет, у меня ничего не было. Разбей ящик, пожалуйста. А он не разбивается. Так. Так, там туда не надо. Почему мне кажется, что сейчас какая-нибудь жопа будет, не? Там за рулем кто-то сидел. Да? Да. А я не видел. Ха. Скример сработал так, как не надо. Так, что-то мне подсказывает, что вот туда вот. Что-то не подсказывает, что это детская. Иди сюда. Подожди. Здесь такая прикольная музыка. Хочешь туда? Я туда как раз уже зашел. Да вот. Я туда уже зашел. Ты думаешь, почему у меня 18? Не сюда, сюда. Здесь детская. Что-то я совсем уже оборзел, там прыгаю на все. Осмелел ты. Есть такое, да. Так, все. Дверь выглядит закрытой, да, он говорит. Не, они не ломаются. Ты где? На крыше. Что там делаешь? Ты че, дурак? Ты че там делаешь? Череп нашел. А, вон, наверное, да, сюда. Сейчас, секундочку. Не работает так. Нет, нет, не сюда. А куда нам тогда? А там череп. Туда можно пройти. Какой хитрожопый автор. А, автор. И чё? Ничего нету? Не, я там СМГ подобрал. А. Так, ну как-то туда пройти точно можно. Мне кажется, что это делается с помощью, да. Ты правильно понял? Давай тебя подсажу. Ай. А, тут блокатор. А, текстура. Угу. Тут нельзя выше.
Странно, а коробка золота. Коробка туда встает. Да коробки-то пофиг. Ты с другой стороны мне поставь. Как вариант. Не, видишь, равно блокатор. Так. Мне вообще нифига не нравится, что там. А, слушай. А что если вот эту хрень разбить? Я что-то купил. Че? Оу. Блин, что-то я опять как-то это слишком нагло вошел. Опа, дес, 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 иди-ка сюда. Смотри, вот видишь дальний труп? Ну. Если к нему подойти и нажать буковку Е, что-то произойдет. С чего ты взял? Потому что смотри, вот этот, вот смотри, вот этот предмет активный, видишь, молния бьет. Ну. Вот этот тоже. А вот тот вот, видишь, он юзается, но. А, нет, вот теперь юзается все нормально. Странно. Я просто это. Ну, нажимал, а он не нажимался. Значит, думал, он. Какой-то такой, не такой. You useless. Да-да-да. Useless. Ведь чисто в теории можно же вот туда допрыгнуть. Да, я допрыгну. Все? Угу. Блин, пошла ты, убей. Тереб. Чайник. Насяйник. О, я дверь открыл. В смысле? Выломал, в смысле? Ну да. Здесь вроде больше ничего нет. Не, а как нам дальше-то? Не знаю, сейчас посмотрим. Что такое? Эта дверь выглядит закрытой. Чего от нас хочет автор, я не понял. Ничего нет. А! Хотя нет, стоп, зачем? Смысл, да? Да смотри, где я на текстурах. Где ты? Лол. Не, надо что-то найти определенно. Что-то здесь должно быть. Что-то здесь нечистое, да? Так-то это можно все вырезать, да, или будет? Нет, нам не на корабль. Оу! Это ты нашел? Получается, что да. А где? Я как... Иди сюда, в самое начало. Кто орёт? Мы нашли чувака. Где? Ну сюда, в самое начало, где заправка. Да распрыгивайся, ё-моё, что ж так медленно ты идешь-то? А чё, куда... Где... А. Вот ключ, видишь? Эй. Людям хазаптайны кей, Боб апартамент. Боб, Бианс. Все, пойдем в апартаменты Боба. Стой. Что ты делаешь? Я смотрю, может что-нибудь есть. Нету, нету, все, пойдем. А где ты? Я тут. По прямой. Апартаменты Боба. И не ломаются они. Серые доски не ломаются. Что это такое? Кто сюда идет? Это я радио включил. Кто-то, по-моему, обосрался чуть-чуть. Такой Джимин, такой глазастенький. Ладно. Все? Да, получается, что все. Вышли. Ничего нету. Эти доски не ломаются. Все, конец карты? Не знаю, нет, но вряд ли. Я думаю, что автор приберег для нас что-нибудь. А, он нам дверь запер. Да. Магия. Ага. Он вечный. Так. У меня нету этих. Чего? Чего нет? Фомки? Фомки, да. Ломай все. Или нельзя тебе брать?
Я все. Блин. А что это было? Ну вот, скрим на открывание двери. А каждую ты... проверить. А ты. А, ты ее открыл, типа? Нет, ты просто подошел к ней. Мне кажется, ты тут сейчас вырубит. Нажми на нее Е. Так я понял. Персу понравилось. Все, хорош, 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 хорош. Кнопку я сломал, все больше не работает. Нет, работает. Так, и что теперь? Теперь следующую дверь. Теперь следующую ищем, да? О, ребенок. Он здесь был? Не знаю. Если летает, то не был. Радио. Кто включил? Радио нажми. Я не, вообще ничего не знаю. Е нажми. Я нажимаю. О, шприц. Не хочешь дозы? Так. Ребенок без хочешь? Иди ребенком потрогать. Он не юсается. Ударь по нему. Оу! Зеркало содержит зло внутри себя. А, напиши свое имя. Они увидят тебя. Они говорят через шум радио. Они говорят через радиошум. Что скрипит? Не сыкать, ну. Что за звуки? Ты слышишь это? Да. И чё? Что-то мне ни хрена не нравится то, что здесь происходит. Аналогично. И нас просят написать имя, но как я его напишут? Что надо стоять на ребенке, попрыгать на ребенке? Нет, так это не работает. Ну-ка, может, вот так вот надо. Перс, смотри сейчас. Ну как-то так. Do not let them in. Не дайте им прорваться. Персон. Блин, мне не хватит. Стоп! А, фуф. Посвети вниз. Ну, туда вниз, чуть подальше. Тут где-то скребется. Нет, зеркало отображает. Я думал, зеркало будет что-то отображать, чего нет. Но нет. Это не так круто. Мне кажется, зеркало можно как-то снять. Попробуй подолбать сбоку. Или просто разбей зеркало. Я ничего с ним не снял. Ты такой, знаешь, ты долбаешь, 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 долбаешь. Хренак выбил скример. Точно все проверил? Да вроде нет просто ничего. Я нашел дверь. Но где? Скример меня не испугал. Где, внизу? Да, он прошел сквозь меня. Не получится. Все. Ищем следующую дверь. Вход нужно каждую дверь так вот сейчас проходить. Только вот что надо было сделать там? Ничего. Мы там в той же тоже, по-моему, ничего не сделали. Ну, мы там понажимали на мясо. К
Ха! Понял, да? Иди дальше. Ну пошел ты! Опа. Что за звук? Что-то сломалось. О, дверь открылась. Иди в задницу, иди ты. Не хочу я. Иди! Я уже захотел в комнату. Там ничего не было. Будешь заходить до тех пор, пока тебе не попадется какой-нибудь крепастый скример. От которого ты обкакаешься. Да я и так уже тут весь это... В дерьме сижу. Коричневый, да? Я говорю, ты так уже весь коричневый. Да, воняет, дышать нечем. У тебя плохо все, Перс. Я подумал, что это большая крыса впереди. Там дробовик, падла, открой. О, я, кстати, подобрал патроны дробовика. Воу. Ты этого не видел, конечно же. Нет, что там сзади кто-то был? Там чувак со... Слушай, по-моему, там кто-то стоит, не? Где? Вон, смотри, вдалеке вот. Ну, такая тень сгорбленная, не? Где ты? Куда блин, смотреть? Вперед! Вон там вот, на камне, за фонариком. Вон, видишь, такая сгорбленная тень слегка? Я не знаю, может, с этого угла так? Не, тебе кажется. Нет там никого. Почему я все время иду первый? Не, кирпичи, главное, кладет он, а первый иду я. Вот бы было прикольно это самое. Придется. Больно? Было бы прикольно, если бы это... Скример срабатывал на второго. Да, чтобы одинаково крепало и первого, и второго. Нет, на второго. Первый прошел, а на второго сработало. А, ну или так, кстати, там да. Там кто-то бежит. Это... Видел? Это наш старый друг. Из прошлой карты. Большой этот, да, толстый. Мне вообще это сейчас знаешь, что напомнило? Чучело. Знаешь, что мне это напомнило? Что? Одну хорошую игру, которую я очень люблю, называется Пенумбра. Там ты тоже бродишь вот по такой же катакомбе. Да пошли в жопу такие игры. Слышь, я не выживу второй раз. У меня хп 0. Так ты иди аккуратно. Ты кацануло? Нет. А вот теперь кацануло. Вдоль стенки просто иди аккуратно и все. Не прыгай там, вдоль стенки иди. Все. Мастер-класс. Бля. Дай мне хп, если есть. Стой, стой. О, спасибо. Ключ. Ублюдок. У тебя есть патроны к этому? К чему? К револьверу? У меня вообще такого пистолета нет, у меня такой это... Такой. Та же фигня. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда. Говно собачье. Так, пойдем, говно. Жлоб. Вонючий. Мне кажется, что мы сейчас... Опа. Что это было? Череп. Вот от него даже... этот... Спинка. О, смотри, череп и череп. Типа беспалевно вообще. Вон, у тебя есть дробовик. Все? Все, пойдем обратно. Зачем ты по второму кругу пошел, Дас? Он здесь висел? Да. А? Угу. Верит? Там была закрытая дверь. Какая дверь была закрытая? Мы же тогда не тупо за дробовиком пришли. И как мы потом будем выбираться? Нам отсюда как-то надо выбраться. Ты же видишь, что здесь лестницы нет. Mm-hmm. Ну да. Значит, нам надо что? Значит, нам надо дальше идти по второму кругу. Не, ну можно назад возвращаться. Такой вариант. Не, назад не варик. Воу. Да, меня текстуры подкинули. Тут прыгать надо. Кацанова? Чуть-чуть.
Открылся. Я же сказал здесь дверь. Бежит. Да пошел ты. 2 хп. Что? 2 хп. Что? Ван Жиски. Иди Жиску по двери. Как? Вплотную максимально прыгни к ней. Нет. Ну вообще супер. Уши. Подобрал. Давай, матерочник. Блять. А, у меня фризануло, короче, в этот момент. Я не испугался. Монтировочник. Этот самый крик залаганул. Я понял. Дай мне хпшек. Вода. Вон хпшка. Патрон тоже заодно возьми. Вот видишь, здесь ничего нет. Сейчас раз так на обратном пути. Да хоть бы хер. Та-дан! Как ты уже это... Не страшно. Не страшно. Не страшно. Ты где? Оу! Не видно. Ага. Сука, так, блядь, поднимаешься и херак сейчас что-нибудь произойдет. О, вороны. О, я убил вороны. О, дробовик, патроны. Возьми. СМГ патроны. Хилки, арморы. Иди армор возьми. Что-то мне кажется, не просто так это все. Есть такое подозрение, да. Мы здесь были? Нет, здесь первый раз. Чё? Но я не испугался, ну почти. Это где? Ты где вообще? Алло. Привет, я тут. Где? Я тут, вот я стою. Ты слепой, налево. Я просто в гараж зашел. Нет, там уже нет ничего. Посмотрите просто вообще. Ага. И чё, дальше? Всё, конец. Ты на это надеешься? Да, есть немножко. Мне кажется, где-то ключ здесь лежит. А, вот он. Здесь, да. Мы ща брали ключ. Obtained key. Здесь ничего нет. Я бы еще, знаешь, просто так вот, ну, в каких-нибудь углах случайно размещал бы скримеры. Ну что, для самых любопытных. Да, чтобы... А, ты хочешь узнать, что там, да? Ну окей. Вот здесь вот, например, знаешь, как классно было бы скример? Да, вроде да. Просто лезешь в машину, да и хрен с ним. Типа, нафига, там же ничего нет. Причем... Что за жопа? Причем скример на обратном пути. Посреди дороги. О, понятно. А еще прыгающие твари. Блин, ну до хрена дамага наносит, я тебе скажу. Эй, где? Так, я понял, прячься от него за деревом. Да за машину можно. Да уйди! Уйди! Да, я. Так. Блин, они тут бесконечно, что ли, будут? Да, походу. А, видишь, они прыгают сверху. Где она? Тварь! Ай, блин, они меня бьют больно. Да, они что, правда, что ли? Да. Да твою мать! Да жесть! Они просто меня загрызли. Ну, конечно, и не оружие, и ничего. Супер, и как играть теперь? Гранатомет в руки! Я вот так вот буду. Пошла вон отсюда. Ты пошла. Смотри, да, давай я буду ловить, а ты будешь убивать. Эй. Не раз.
А ну иди сюда. А, кстати, не коцает, смотри. Че не коцает? Когда сидишь, не коцает. Я знаю. Что... А, меня убили. Спасибо, перс. А. Б. Давай, я ее словил. Да держи ее. Так ты не дергайся. Эй. А, патроны кончились. Да блин. За текстуры тебя. Эй. Да пошла ты. В задницу. А в огне не горят? Нет. Как не горят? Горят. Да? Так, короче, юзни гранатомет, серьезно. Подожди, а тут есть патроны? Нет. Вот для... Нет. Тут только пушки? Да. Он за 8 евро прошел. Правда, что? Все? Ну, ты его убил? Нет, нам не засчитали, что ты его убил. Ты ему в эту, в метку стреляй. Какую метку? Ну, вон, в верхнюю звезду. Все, я больше не могу взять гранатомет, патронов нет. Так, новый закажи. Патроны-то не даются. Как бы, да? Я могу вот так вот сделать. Оп. Ну. Ну, сейчас на обратном пути пойдет. Не-не, Дэс, положи в кучку. Все, сейчас пойдет, подожди, сейчас вот он пойдет. Правой дай кнопкой бахать. Да. И чё? Говорю, верхнюю надо было. Я не знаю, чем его еще можно убивать. У меня больше нет ничего. Мы прошли. Break room. Так, короче. 17 из... Точнее, 13 из 17 черепов собрано. И... Комната. О, да, зайди сюда. Прикольно. Прикольно, прикольно. Вот, ну а тут... Ну, короче, да, вот сообщаешь, что мы здесь застряли, но на самом деле уже есть давно третья и четвертая часть, поэтому... Поэтому все будет офигенно. Такие дела. Ну, а с вами были, как всегда, Дэс и Перс, и мы, в общем, с вами прощаемся. Всем удачи, спасибо, и до следующей части. Да, давайте. Всем удачи, пока.